Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта. По словам министра транспорта Виталия Савельева, в России за один год в среднем сдается 18 значимых объектов. Он уверен, что сейчас ведется самое масштабное за последние 20 лет обновление парка техники. Новейшие автобусы, электробусы, трамваи, троллейбусы отечественного производства приходят в регионы. К концу 2024 года общественный транспорт в совокупности будет обновлен в 81 субъекте Российской Федерации. Всего в регионы по итогам этого года поступят около 8 тысяч единиц техники, в том числе по линии Минтранса. По мнению Савельева, всего за два десятка лет отечественные дороги с причиной для иронии стали поводом для гордости. Создана опорная сеть в составе 140,5 тысяч километров федеральных и региональных трасс. Только в 2023 году построено и отремонтировано более 31 тысячи километров, отметил министр. Больше новостей в нашем телеграм-канале «Новости промышленности».